Всем привет, ребята! Сегодня мы приготовили топ-5 точек на карте The Mirage. Этими точками пользуются топ-игроки, да и сам я. Приятного просмотра! Первая точка выгодна за сторону КТ. Если террорист невнимательный, то вы просто спокойно убьете его. Вторая точка, вы уже, наверное, догадались, это вот она. Она просит только реакцию, потому что здесь как бы очень маленькая щель, и там террористы очень быстро двигаются. То есть просто на реакцию эта точка действует. Третья точка, она новая, да и беспалевная. Вот сюда запрыгиваете, вот сюда, и дальше вот так же смотрите. Когда террорист бежит, он всегда чекает окно, вот, то есть это kitchen. И у вас здесь больше шансов его убить, так что он там останавливается, и вы просто убиваете. Четвертая точка просит немного паркура. Если у вас нет проблем с этим, вы просто запрыгиваете сюда, просто ловите противника и убиваете. Если у вас была проблема с окна допрыгнуть до этой точки, то вы сможете просто оттуда до этого запрыгнуть и также пробежать сюда, запрыгнуть сюда и также убить противника. Пятая точка, вот здесь запрыгиваем и чекаем либо коннектор, либо пит, либо апартаменты. Бах, который поможет террористу убить противника в окне. На этом все, ребята. Если вам понравилось этот топ-5, поставьте лайк, напишите в комментах. Мне очень будет приятно.